Дым от пожара в Мордовском заповеднике накрыл Саров. Это произошло из-за того, что изменилось направление ветра, рассказал начальник главного управления пожарной охраны МЧС России Валентин Нелюбов. Обстановка с лесными пожарами вблизи города остается сложной. Все силы брошены на борьбу со стихией. В общей сложности на пожаре, как на территории Нижегородской области и Республики Мордовия, работают около 1500 человек и где-то порядка 500 единиц техники. Значит, эта техника как пожарная, так и инженерная техника. Значит, от МЧС России, значит, у нас работают порядка 450 человек и 79 единиц техники. Значит, всей этой техники вполне достаточно, чтобы снять угрозу распространения лесного пожара, ну и не допустить его перехода на населенный пункт. Общая площадь пожаров составляет около 12 тысяч гектаров. По словам главы города Алексея Сафонова, в Сарове очагов горения нет. Ситуация находится под контролем. МЧС проводит организационные мероприятия по отжигу территории и по созданию минерализованных полос, тем самым обеспечивая безопасность для города, что даже в случае резких изменений погодных условий мы предотвращаем распространение огня в сторону города. Напомним, пожар в Мордовском заповеднике тушит с 3 августа. Ранее МЧС России сообщила о введении в лесах Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.